добавляете в любую клетку, член, шея, голова также прячется вовнутрь щупа и через верх рука. Отлично. Две. Сразу наверх. Выдох и вдох. Выдох, вдох. Прям округляете спину. Осталось 4. Прям грудная клетка добавляется. Осталось 2. Последний раз. Стоп. Обе руки назад. Грудная клетка наверх. Постарайтесь вытянуть грудную клетку прям в груди. Но постарайтесь потянуть к потолку. Колени мягкие. И с мягкими коленями направляя копчик назад. Седалищные бугры назад. Макушку вперед. Опуститесь вниз. Расслабьтесь внизу. Только руки. От себя слегка подайте и снова верните обратно. Небольшая амплитуда, пока незначительная, в зоне своего комфорта. Ладони вместе, вместе, вместе. Постарайтесь соединить основание ладони. И последний раз. Вернули руки к позвоночнику и снова за макушкой, сохраняя ровную спину, как будто удлиняетесь, аккуратно поднимаетесь наверх. Плечи расправляйте, чуть расслабьтесь. Через центр за руками вдох и выдох по сторонам. И еще раз так же снова наверх вдох. И на выдох аккуратно руки опускаете на бедро. Слегка постарайтесь оттолкнуться руками, прям не заваливайтесь. Плечи от ушей. И в этом положении поработаем только тазом и поясницей. На выдох чуть округлите спину. И на вдох возвращайте обратно в легкий естественный прогиб. Выдох и вдох, снова чуть прогнулись. Выдох. Грудную клетку при этом постарайтесь не трогать. Смотрите перед собой, только поясница и таз. Если есть желание, можно быстрее, можно оставить такой же темп. Еще один разочек. Выдох. Нейтральная позиция. Легкий прогиб поясницы. Левой рукой оттолкнулись. Правой потянулись наверх. И меняем. Правой оттолкнулись. Таз остался снова на месте. Еще раз. Правая. Опустили вниз и левая. Вверх. Опустили вниз. Отлично. Снова правая наверх. Вверх вниз. Последний раз. Левая. Опустили. Левая рука с нижней стороны правого бедра. И правой рукой потянитесь чуть наверх. Постарайтесь левой рукой чуть больше оттолкнуться. На выдох правая рука. Поясница выдох. И вернули снова наверх вдох. Еще раз. Выдох. Наверх вдох. Опускаете правую ладонь. Меняете положение. Правая рука с кресла. Левая наверх. Раскрылись. И снова рука к пояснице. Не торопитесь. Спокойно. Выдох чуть к пояснице. И вдох вернули. Еще один раз. Выдох. Снова вдох. Аккуратно руки снова локтя на бедро. И на выдох, смягчая колени, опускаетесь вниз, расслабьте снова шею, голову вниз, задержитесь чуть-чуть. Немного мягкие колени, снова позвонок за позвонком раскручиваемся. Постепенно приподнимаетесь, плечи расслабили. Дальше, колени и тазобедренные. Немного уже с тазобедренными до этого поработали, сгибание, разгибание. 4, 3, 2. И внешний внутренний край. Внешний внутренний. Постарайтесь полностью спуститься то на одну сторону, прям почувствуйте натяжение в голеностопном суставе. 4, 3, 2. Аккуратно немного оба колена смягчайте. И отсюда снова медленно позвонок за позвонком опускаемся вниз, расслабили шею, голову. Руки можно опустить на пол, можно коснуться слегка ладонями пола. И здесь начните сгибать сначала одно колено, затем второе. Одно согнули, второе выпрямили. 4. Почувствуйте, как вытягивается задняя поверхность бедра, подколенное сухожилие. Осталось 8, 7, 6, 5, 4, 3. Стоп, оба колена смягчаем. Аккуратно возьмите себя правой рукой за левую позади, за голень. За голень, да. Из этого положения на вдох слегка выпрямите колени и попробуйте выпрямить спину. И на выдох снова расслабились. Расслабились. И еще один раз. Вдох. Попробовали выпрямить.
колени и вытянуть спину, как будто седалищными бедрами тянетесь назад, а макушкой тянетесь вперед. Снова опустились. И последний раз снова вдох. Удлинили спину. Выдох, расслабились. Аккуратно поменяйте захват. Левая рука за правую. Снова выдвинули спину на вдох. Насколько получилось. Выдох, расслабились. И еще один раз также снова вдох. Выдвинули. Выдох, расслабили. Последний раз. Вдох, выдвинули. Выдох, расслабили. Руки расплетаем. Медленно. Копчик направляем в пол. Позвонок за позвонком чуть напрягая ягодицы, снова поднимаемся наверх. Плечи расправляйте. Вес тела будет сейчас у нас на левой ноге. Господи, кретинизм. Правая нога будет начинать работать постепенно круг бедром. Круг наружу и круг вовнутрь. Начните с небольшой амплитуды. Да, круг наружу, круг вовнутрь. При этом постарайтесь контролировать таз, только тазобедренный сустав, только движение тазобедренного. А вот дальше уже можно чуть амплитуду увеличивать. Свесно в одну сторону и свесно в другую. Свесно. И с каждым разом прям чуть больше амплитуда, прям поставить, постараться. Каждый ставит туда снова, куда у него получается. Последний раз. Правой ногой снова шагай назад, свесно. Оставьте это положение. Правая рука через сторону. Вытянулись, удлинили правый бок. И меняем левое вправо. И еще раз правое влево. Представьте, что с правой и с левой стороны к вам привязана резинка. И прямо сначала одну резинку хорошо растянули, а затем другую резинку хорошо растянули. И еще один раз. Сторону. Последний разочек. Остались вправо, вправо и влево. На выдох медленно снова опуститесь чуть вниз. И старайтесь потянуться прям к левой, правой, прошу прощения, к правой стопе, да, которая стоит спереди. Вернулись в центр. Ноги расплетаем. И снова медленно копчик направляя в пол, позвонок за позвонком поднимается. Плечи расправили. Левое бедро. Круг наружу, круг вовнутрь. Пока снова маленькая амплитуда, снова пока только тазобедренный. Можно прям поставить себе на подвздошные кости и прям контролировать, чтобы только тазобедренный сустав двигался. Теперь можно постепенно увеличивать амплитуду. Свесно чуть назад. Свесно вперед. Все дальше уже пойдет и таз в том числе. Еще два. Последний раз. Назад вперед. Оставили левую стопу скрестно позади. Попробовали плотно прижать и одну, и вторую ногу. Левая рука удлинила полностью левый бок, вытянулась. Меняем правое.